едешь? Куда, Марсела? Выбирайте, что будете кушать. По Меге. Здорово! Март, никуда катаемся. А можно вас нет? Это наш отважный водитель. Дорогая.
качественно, да, снимает? Ну, неплохо снимает, потому что это экшн-камера, это для спортсменов в основном, для подводных планов. Под водой тоже? Да. Март, тебе нравится? Да. Вот у тебя классный день рождения сегодня получился, да? Да, а потом мы тут пойдем? Пойдем, да. Вот уже. Ага, вот что тут. Ну давай, пойдем, да? Туда пойдем, да? Мы пойдем на другую площадку. Не, мы на другую пойдем площадку, Марсо. Здесь что? Здесь ничего такого там интересного. В старом здании там много вещей. А мы туда и, да, и шли. Там и карусель, и машинки есть, дети, чтобы ездили. И паровозики есть, да. И тут, туда на вон, это не маленький, туда и туда не только маленький, туда, но туда мультики, но я туда бассейн пускаю, и чего, дома бассейн пускаю сколько. Куда? На детку, на другую детку, прататку. Да чего? Нас туда не пустят, мы слишком большие для этой площадки. Ладно, я туда пойду, я вот сюда пойду, ага. На моей багабатине, потрогала, не на учебе. Ну, тут все тоже на учебе. А сигнал есть? Классно! Стараемся не сигналить грузик. Ну понятно. И сколько она выдерживает на зарядке одной? 150 километров написано. Ух ты! Ну а так вот весь день ездим, хватает и даже, ну вот зарядка показывает. Угу. А чья это фирма? Не знаю, вот там иероглифы, может японская, может корейская. Не знаю. Классный электромобильчик. Сейчас аккумулятор был под сиденьем. Но они чуть больше, чем автомобиль. Угу. Розетку прям чик на ночь. И за ночь заряжается, да? Да. Отлично. Я видел Mitsubishi, приезжал сюда электромобиль. Как вы знаете, этот мужик этот вышел, как начал мне про машину про эту рассказывать. Ну, говорит, дорогие они. Ну, он говорит, резвее, чем бензиновый двигатель ездит. Здорово. Ну, тоже на 150 километров. Ну, это, я считаю, это наше будущее. В Индии... На 150 мало все равно километров. 8 часов потом она заряжает. Ну, это пока, я думаю, начало. Хотя бы на 500, на 600. Допустим, до Самары можно было доехать, переночевать. И обратно, да? Не, и дальше, допустим, на море, например, или... А это 150 километров здесь только ездить. Март, нравится тебе? Да? Сейчас поедем на горке. В Индии очень много электромобилей. Уже розетки же на заправку говорят. Да? На тоже? Да, уже делают. И я слышал, вот у кого электромобиль, даже бесплатная парковка в Москве. Да ладно. А что, у кого-нибудь есть электромобили? Наверное, есть уже. Класс находится. Его вот только он вот так зашитый был. Его вот ночью только открыли. О, завтра открытие. Класс. Грандиозное открытие 27-го, 12.00. Теперь охране здесь глаз да глаз. Почему? Ну, раньше тряпки были только, а теперь там не только тряпки. А-а-а. Вот тоже недорогой магазин. А мы, между прочим, здесь ни разу не были. Вот этот недорогой магазин, вот смотрите, да? Цены. Тоже недавно вот эти магазины сделали. Смотрите, какие цены. Угу. Да. Между прочим, мы сюда не заходили. Вот сюда. Здесь тоже детская есть. Да что ты говоришь? Пойдем на...
Да, давай. Ты выбрать хочешь? Настя, на меня мороженое?